наконец-то пришли денежки, вот, и наконец-то вот эту вот игру мы будем играть. Осталось всего лишь полтора часа, и мы вместе, нифига себе, как быстро грузится. И, в общем, мы поиграем в эту игру, вот. Всем няш-мяш, с вами Кудряш, и сегодня мы с вами будем играть, наконец-то, в Far Cry 5. Я вот так долго ждал, что вот сегодня прям 8 декабря, и прям вообще... Вот, игра уже давно вышла, а я в нее все еще не поиграл, потому что были некоторые обстоятельства, но теперь я свободен. Вот, будем с вами проходить. Самые интересные моменты я буду вставлять, если они будут неинтересны, то я все равно буду вставлять, потому что, может быть, для меня это интересно. Вот, ну чё, Far Cry 5, я думаю, она меня не подведет, потому что я очень такой прям фанат ярый, короче. Far Cry, начиная с Far Cry 3, вот. Как дела? Почему я должен вот так вот высоко смотреть? Не спрашивай меня зачем, рядом с этим задом. Попробуй отобрать и получишь награду. И о чем мечтает, суки, это быть со мной рядом. Она выйдет как солнце. Че, как вам Butterfly? Ну сейчас мы с вами сыграем так. Far Cry. Она выйдет, она выйдет, она выйдет, да, да, без вина, да, да, без вина, да, да, она выйдет, она без вина. Ну, короче, готова для текста. Вот, ну все, по сути, можно уже. Надо когда-нибудь начать заниматься музыкой уже. А тут все спрашивают, где, ну не все прям. Те, кто знает меня, то, что я музыку пишу, ну как, текст я пишу, вот. Я даже не знаю. Знаете, через сколько времени? Час 14 минут! Ну, конечно. Половина уже спит. Сегодня полный уже никто не обновит. Я вкидываю ты, который дымом завалится. Те моменты, что мешают двигать ритм. Я пишу твои ритмы. Знаю, где тебя найти. Я ощущаю эти мотивы. И не могу мимо пройти. Я уже играть хочу, давайте быстрее. Знаю, где тебя найти. Что там? Я ощущаю эти мотивы. И не могу мимо пройти. И что? Ты мне что-то даёшь, что ли? Сегодня на одной волне двигаюсь словно пантера, когда луча солнца замечает твое тело. Наконец-то совершилось. Детка, я хочу здесь любовь на двоих. Мне так не хватает мотивов твоих. И 30 FPS. Ну только посмотрите. Вон туда. Возможно, эпический препарат. Прочитайте перед игрой. Перед началом игры обязательно посмотрите через свечу.
Я такой представляю, знаете, как, типа, проконсультируйтесь с врачом такой: извините, а можно не играть в Far Cry 5? Вот эта игра. И я буду... Я просто не хочу себе играть, это я рефана этой игры. Четко. Far Cry 5. Было видно, короче, на моих очках. Я думаю, игра меня не подведет. Думаю, она такая же хорошая, как и третья часть. Чё, прям? Прям музыка такая. Вот. Какую же игру? Ну, ладно, стоять, поставлю. Хочу просто мучиться. Что? Что за фигня? Ты типа такая вся ты типа такой залетел. Я сделал тебе хорошо. Я знаю, что нужно тебе. Играй со мной, играй со мной. Не бойся, я безопасен. В тихом месте. Я хочу быть только с тобой. Вы мне дадите поиграть вообще? Это место только для нас. И я люблю тебя здесь. Дубль второй. Блин, ну просто как так, блин, вообще просто ждать. Вот ждать, ты представляешь? Вот я ждал уже 7 минут, и мы здесь какой-то фигнёй маялись, вот, честное слово. Вот. Ты сам прекрасно видел, что вообще произошло. Первое впечатление игры, я даже не знаю, что сказать. Давай, быстрее. Не буду я консультироваться с врачом, он не поймет меня. Давай. Давайте сделаем чуть-чуть. Нет. Они будут меня хорошо видно. Скажите, что это такое вообще? Устроил тут. Интимную игру. Я просто хочу. Давай будем просто ловить дежурну, пока я буду петь эту песню. Не надо меня зажимать, мне будет тесно. Мне будет казаться, что все это зона. Ой, стрелочками двигать нужно. Так, кем я буду играть? Мальчиком или девочкой? Конечно же. Попробуй сделать звук в темноте. Видел я в десницу у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. Откровение святого Иоанна, глава 5, стих 1 и 2. Last.
там Крит написано или Крит. Вот. Я, кстати, когда посмотрел, вот где они там сидят, и не знаю, как-то зацепила, короче, одна девушка. Я не знаю, как ее имя, но я потом узнаю. В общем, короче, это блондинка. Вот. Вот на картинке вы сейчас увидите. Вот эту. Оп. Вот, видите, там сидит такая. Ну, как бы сдали, выглядит она красивой. Вот. Единственное, наверное, типа, девушка, которая, ну, не знаю. Вот у меня, как бы, девушка мне понравилась с Assassin's Creed, Синдиката, Иви Фрай, вот. И вот, наверное, вот это единственное тоже. Но я еще не знаю, может, у нее, честно, характер такой будет. Может, она будет стервой. Легкое поведение. Блин, сколько можно ждать? Уже 10 минут ждем, блин. Наконец-то. Этот нигер, он с этого, с мафии, третий. А вот этот был, он похож на этого. Этот похож на исходящих мертвецов. Итак, я... О. Кто, кстати, играл в Far Cry 4, напишите в комментарии вообще, вы как спасли этого, как его зовут, который в фиолетовом костюме ходил. Пейган Минво. Я бы не хотел сказать вас, но вас, блин, тот петух с ракетой. Ты знаешь, что такое петух? Я вот Пейган Мин я спас. Ну, как, потому что он мне, не знаю, как-то характером мне прям так очень сильно подошел. Сегодня на этой бате только одна звезда. И это она, такая вся влажная, бля. Со мной тает пломбир, и тает она. Я снеговик, замерзает льда. Скинул все быстро, не оставай. На танец, да, да, она лучше всех. На-на-на, без вина, да, да. Она тает без.
из-за льда. Если я забрал ее, то значит так надо. Не спрашивай меня зачем, рядом с этим задом. Попробуй отобрать и получишь награду. И о чем мечтает, суки, это быть со мною рядом. Она выйдет как солнце, она выйдет как луна. Стала влажной, словно Фиджи, она вышла для меня. Тоже хочешь бой? Следуй за мной. Она выйдет, она выйдет, она выйдет, да, да, без вина, да, да, без вина, да, да. Она выйдет, да, да, без вина, да, да. Она выйдет, да, да, без вина, без вина. Она выйдет, она выйдет, она выйдет, да, да, без вина, да, да, без вина, да, да. Она выйдет, да, да, без вина, да, да. Она выйдет. Вообще без проблем. Нельзя подходить, оказывается. Отобрать и получишь награду. Мечтает, суки, это быть со мною рядом. Я взглянул, и вот он выйдет, как луна. Стала влажной, словно Фиджи, она вышла для меня. Тоже хочешь бой? Следуй за мной. Она выйдет, она выйдет, она выйдет, да, да. Без вина, да, да, без вина, да, да. Она выйдет, да, да. Она выйдет, да, да, без вина, да, да, без вина, да.
Ну вот она. Вот эта девушка. Вон сзади. Или это не она? Я все-таки шериф, и я здесь указываю, кто должен уходить, а кто нет. Пошли. Нифига себе, прям одновременно так сказали. Идите с лидером секты к вертолету. Ну, да. Хорошее такое начало. Вот. Но. Я скажу вот так вот. Что это такое? Давай снимать эту одежду и
Эй, а меня ты чё? Короче, как GTA было. Ой, не, это как Far Cry 3 части было, точно так же сбегает. Так просто так. Сегодня на одной волне, двигаюсь словно пантера, когда луча солнца замечает твое тело. Фальшивый настрой никому здесь не нужен, во мне играет ритм, и он выйдет наружу. Детка, я хочу делить любовь на двоих, мне так не хватает мотивов твоих. Когда я один на берегу океана, скучаю, но не плачу, чувства не прячу. На F бить. Я просто привык на F, когда в Counter-Strike играешь, он типа смотрит оружие. Главное, знаете, как меня, короче, оставляют именно там. Воу. Эй, ты чё? Мне тоже уходить нужно?
Тихо. Куда идти? Все, иду. Я, блин, хотел как в фильме делать. Нормально. Чё? Ещё раз. Куда второй круг? Почему я их не вижу? Эпик. Ну, он достал уже, постоянно меня бросает, блин, честное слово. Меня достал уже, постоянно бросает.
Подожди, может это нигер, который с этого? Который я видел, блин. Он походу с Far Cry 3 части, которые татуировки там. Он же вроде как не умер же. Это из-за Во все тяжкие? Чё? И чё? Ничего. В России также, братан. И что? Но что-то в тебе есть. Я хоть слово скажу. Ну да, это главный вопрос. Так, ну чё, попрощаемся с вами, вот. Ну, в общем, хорошая игрушка, лично мое пока мнение, вот. Не то, что оно долго включалось, блин, это просто, я даже не знаю, блин. Uplay нормально делайте, если хотите. Делать игры. И, блин, нормально сервак не чините. Вот. Ну чё, всем пока. Счастливо. И, конечно же, будьте няшками. Я залипаю на цвета, пока они танцуют. Моё уже так много, а твоя пустует. Так, но половина уже спит. Сегодня полный кап, уже никто не обновит. Я вкидываю ты, который дымом завалит. Все те моменты, что мешают двигать ритм. Я вижу твои ритмы.